Я в музее РЖД. В одном из залов представлено... Ну, их тут несколько всего. Различные, например, весы. Да? Вот так вот выглядел стол некого начальника некой железнодорожной станции или некого узла РЖД. Вот различные средства связи. Вот титан для кипяченой воды. Первые печатные устройства. Одни из первых моделей компьютеров. Алфавитно-цифровое печатающее устройство. Конец 20 века. Это различные приборы, которые используются в поездах. Также сувенирчики и макеты поездов, рельсы.